Знакомо ли вам это слово? Крихолон. Это название пленки, предназначенной для пищевой мясомолочной промышленности. Впервые в стране производство ее освоено на Волгоградском химическом комбинате имени 50-летия октября. Все начинается с этого порошка. Он пройдет через 25 подготовительных цехов, прежде чем станет эластичной и прочной пленкой. Крихолон не пропускает воздух, влагу и практически не высыхает. Познакомиться с новым производством и поздравить коллектив завода с выдающимся успехом приехал первый секретарь Волгоградского обкома КПСС Леонид Сергеевич Куличенко.